Есть? Ушира. Катадория. Санкё. Омутеваза. Сначала сделаем так, как в принципе даже не будет. Партнер начинает вытекать. Быстрее в руку направляет. Ухватили в ваши партнеры. Партнер уложил. Уложили. Сделали осадку. Это базовый ключ. Теперь давайте разберем элемент. Оставайся. Значит, смотрите, еще раз напоминаю. Первое. Не выходите в позицию ушира из позиции перед ним. Из позиции перед ним. Четко поговорили. Либо из позиции по небольшому. Постарайтесь двигаться в угле, где он вас практически теряет периферическое зрение. Так еще видно? А вот так? Вот так уже хуже. Ваша задача начать атаку с той позиции, где он вас не видит почти. Теперь смотрите. Первым движением вы пытаетесь атаковать партнера здесь. Это захват, одновременный удар, одновременно точка опоры, вокруг которой вы дальше начнете двигаться. Дальше. Либо вы берете партнера за оба плеча и рождаете, предположим, переотошие, сбрасывая его назад. Либо вы обходите вторую точку опоры и рождаем бешеме. Он это знает уже. Знает? Знает. Поэтому его задача сейчас, в момент, когда я подхожу к нему, структурировать мою атаку. Хоть как. Потому что, возможно, я начну атаку с ноги. С ноги. Возможно, я начну атаку с руки. Он этого пока не знает. И он выбрасывает руку, пытаясь меня структурировать. Два варианта возникли. Первый вариант. Вы подхватываете его запястье и рождаете захват запястья. Второй вариант. Вы начинаете смотреть вдоль его руки, подхватываете плечо. И дальше же через опорное плечо начинаете делать что-то дальше. Партнер это тоже знает. Теперь смотрите. В момент, когда я еще не коснулся его плеча, он знает, что дальше будет атака. Очень плотная в него. Он начинает разворачиваться, убирая плечо. И отстраивая свой центр в меня, чтобы он меня уже видел, что мог со мной работать. Мне вот так работать неудобно. Я начинаю его уходить по дуге, чтобы все-таки продолжить свою атаку. Партнер захватывает мое запястье. Стой. Отпусти. Вот так. Вот он его захватил. Я пытаюсь продолжить атаку в него. Он выстреливает руку в отеме. Я пытаюсь отвлечь его руку. Начинаю двигаться дальше. Он в этот момент входит в меня и за счет фиксации запястья начинает укладывать меня вниз. Теперь смотрите, когда у вас зафиксировано запястье, когда вам больно, постарайтесь не двигать, потому что иначе будет травма и запястья, и локтя, и плеча. И постарайтесь не разворачиваться сейчас к нему спиной. Хотя вроде бы логично. Но как только вы к нему развернулись, он с вами что-то делает. Ваша задача сейчас расслабиться. Давайте разберем осадок.
хватает силы пальцев, вы просто держать, пальцы будут соскальзывать. А за счет того, что вы прижали сейчас к себе, вы будете разворачивать не запястье, а запястье с бедрами. И тогда у вас осая будет получаться лучше. Еще нюанс. Постарайтесь в момент выполнения осая не отклоняться назад. Потому что у партнера плечо будет вытягиваться. Сделай перекат вперед. Партнер сможет сделать перекат и атаковать вас с ноги. Это его хлеб, он хочет жить. Ваша задача, возвращаясь, не допустить такую работу. Вы взяли его, плотно зафиксировали плечо, вдавили его и начинаете скручивать плечо, делая движение в партнера, фиксируя плечо к татами. Перекат сможешь делать вперед? Уже говорит нет. Поэтому помните всегда, что любая техника, которую вы делаете, это работа двух. Работа уке и работа наги. Как только один начинает лажать, то вся техника превращается в фарс, который никому не нужен. При этом наги выучит технику, которая работает только на конкретном прямом уке, который не умеет ни атаковать, ни затекать и не терпит боли, возможно. И если, не дай бог, попадает на кого-то, кто умеет атаковать, затекать и у кого пластичные суставы, вы побьете. Это раз. Два. Если уке сталкивается с нами, который все движения делает киселеобразными, а бы как, он при этом не научится реагировать на движения наги, не научится их подхватывать и не научится работать с наги плотно, даря им движение. Поэтому сейчас постарайтесь двигаться очень плотно, не убивая друг друга, но просто подарите друг другу движение плотное и честное, но без озверения. Партнер начинает утекать, отхватили, прокинули, сделали осадок. Самка! Пары, все то же самое.